Тогда как раз будет форматно. Так, есть. На Акатре, и он побитый. Так. А чем мы не летим? Все, полетел. Готовность номер один. И он, кстати, уже коцанный, между прочим. Его уже, походу, кто-то пытался убить. Главное, чтобы клок у него ушел. Не знаю. А, кстати, насчет клоки. Клока бы есть у него, зараза. Так, появился в вокале. Есть, взял его. Степени вашего соответствия нормам Конкорда. Сообщаю о снижении степени вашего соответствия нормам Конкорда. Накопитель полностью разряжен. Давай еще один выстрел в него. Есть, готов, отлично. Так, забрать забрал, теперь надо свалить. Да, ушел, отлично. Так, уводить срочно флот, уводить. Ну давай смотреть, что у нас. Во-первых, по киллу. Чё он в клок-то не ушел, не могу понять. А он без МВД, с клока, но без МВД. Ой, дурная какая. Слушай, он достаточно неплохо был утанкован, я смотрю. Так, в итоге у нас чего? В итоге у нас лярд 600. Хотя какие 2 часа? Он так сидел, черное сколько. Так, есть контакт. А, хотя не знаю. Да, попробуем. Так. У него почти 2 лярда в карго. Плюс фит синий. Ну, я думаю, мы в 5 торнадок должны его делать. Правда, скан нормально не просканился. Я не знаю, есть у него там клок или нет. Где товарищ-то? Не знаю. В локале. Вот он, в локале появился. О, вы. Так, чувак, походу, что-то заподозрил. Не хочет расклачиться. Кажется, он все понял. Вот он, появился. Кстати, до него дизон не отлично. Черт. Я не могу уйти почему-то. На меня до хрена всего накинули. Именно этим занимаюсь. Ты ж толстый там, да? Да, они даже по мне не стреляли. Сейчас попробую уйти. А чё с Акатором-то? Акатор живой, все нормально. В соседке. Главное, да, лут. У меня яйца слили, сволочи. Яйцо слили. Ну, они стоят. Это больно. Дофига что, погорело? На самом деле, лут у нас скромненький.